очень грустное и одновременно радостное. Ты вступаешь во взрослую жизнь, и все вроде кажется, блин, а вот только первый класс был, а уже все выпускается. Очень грустно. Да. Новый этап жизни – это новые интересные приключения и вещи. Мне нам на Котку возвращаться, потому что здесь мой дом. Я люблю местечковость, когда семья в одном месте собирает. Я им вообще-то желаю всем Зеленой улицы, Зеленого проспекта поступить, чтобы все учились, они будут учиться все, потому что они все дадут. Они молодцы, большие молодцы.